Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Густая кровь станет у вас жидкой. Этот продукт у нас называется облепиха. Так вот, я развожу облепиху. Ее надо разводить с водой, естественно. Это натуральный сок облепихи. Вот. В ягодах содержатся витамины Е. Он понижает уровень сахара, холестерина в крови и служит от закупорки кровеносных сосудов. Вот, очищает почки, печень, заживляет раны. Такой состав. Пить надо обязательно вот каждый день, естественно, только не натощак, так как ягода сама по себе она кислая. Вот. Просто покушали, час прошло, налили стакан облепихи и выпили. У вас как раз и почки будут, и печень хорошо работать. Вот. И сок облепихи поможет дополнительно выделять желчь, желчного пузыря. На этом видеоролик заканчиваю. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не терять следующее видео. Всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал.